Всем здорово, с вами Респ, и это 11-й эпизод техник выживания в игре Survivor. Вернемся к ситуации, когда противник имеет преимущество в огневой мощи на той или иной дистанции. Например, надоедливый снайпер на дистанции выше средней, когда его уже не так легко заметить. Сначала необходимо определить его позицию с помощью радара визуально или же на слух, затем вынудить его стрелять по сложной цели путем выхода из укрытия и немедленного обратного действия. Все это заставит врага либо торопиться и промахиваться, либо дольше целиться. Любой вариант даст шанс избежать попаданий. Если же говорить о самозарядных дробовиках, которые способны разрывать на дистанциях ниже средней, то тут все немного проще, так как позиция противника известна сразу, в остальном принцип тот же – не открываться, заставить тратить патроны и суетиться, после чего его можно брать тепленьким. Естественно, все это не гарантирует победу в локальной стычке, а только прибавит шансов выжить. Тем не менее, не стоит пренебрегать такими действиями, ведь это лучше, чем ничего.